«Космические фантазии», так окрестили выставку-конкурс организаторы, мероприятие в своем роде уникальное. Этот совместный проект Одинцовского историко-краеведческого музея и районного центра развития культуры объединил в себе более 100 работ, посвященных Дню космонавтики. Оригинальные рисунки, поделки и даже интерактивная фотозона. Авторы произведений – ребята с ограниченными возможностями здоровья. Дети замечательные. Фантазия у них бьет ключом. Они видят цвет и форму так, как, возможно, мы не видим взрослые. И другие дети так не видят, как они это видят. И мы решили еще раз показать, что они могут все. Конкурс был объявлен в начале февраля. Приняли в нем участие ученики из Старогородковской школы-интерната имени заслуженного учителя Фурагиной, из 40-го детского сада компенсирующего вида, из коррекционной школы «Надежды» из города Одинцова. Как утверждают специалисты, зачастую особенные дети имеют богатый внутренний мир, но не всегда могут выразить свои эмоции и переживания на словах. Творчество же помогает ребятам с ограниченными возможностями здоровья раскрыть свои таланты, способствует реабилитации и социальной адаптации. Благодаря вот этим вот своим рисункам он хочет показать, вот что я думаю. Я думаю не так, как вы, по-другому. Но поймите меня, пожалуйста. И вот мы пришли сюда для того, чтобы вот их понять. Они не стараются никому подражать. Они стараются делать так, как это они делают, как им нравится. В конкурсе приняло участие несколько возрастных групп. Самому младшему художнику всего 3 года, а старшему почти 21. Алан – воспитанник Старогородковской школы-интерната. Темой космоса увлекается не первый год. Участие в акции – возможность не только проявить себя, но и узнать что-то новое об устройстве Солнечной системы. Всех ребят наградили почетными грамотами и памятными подарками, а также провели для них обзорную экскурсию по основной экспозиции. Подробнее ознакомиться с выставкой детского творчества можно в Одинцовском краеведческом музее совершенно бесплатно. Екатерина Ярова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».